Капуста, картофель, цветы. Губернатор Павел Коньков посетил сельскохозяйственное предприятие «Альянс» в Приволжском районе. Линия продукции здесь представлена достаточно широко. Предприятие работает с 2007 года и набирает обороты. Потребность, конечно, колоссальная. Поэтому я приехал, переговорить, не нужна ли какая-то помощь. Во-вторых, посмотреть, в какой стадии финансовой, хозяйственной зрелости хозяйство находится. Честно говоря, с большим удовлетворением осмотрел тепличное хозяйство. Проблема у предприятия есть. Как и у многих, это потребность в кредитных ресурсах. В прошлом году «Альянсу» выделили 1 миллион 700 тысяч рублей, но этих средств хватило только на посевную. На расширение и новое оборудование пришлось взять немаленький кредит. А вот положенную компенсацию процентной ставки за него получить пока не удается, хотя все требования выполнены. Я взял кредит, рассчитывал на возмещение процентной ставки по кредиту. Мы подготовили документы, отправили в Министерство сельского хозяйства, департамент областной, все, что могли, сделали. И документы там лежат уже с прошлого, я не помню, то ли с октября, то ли с сентября. Губернатор отметил, что уникальное для нашего региона предприятие будут всячески поддерживать. Проблема многих сельхозпроизводителей сейчас состоит в реализации продукта. Предприятия зачастую не могут выйти на рынок. Магазины и федеральные торговые сети ставят свои условия. Мы с вами, когда приходим в магазин, мы же не хотим уже грязную морковь покупать навалом, да? Нам нужно, чтобы продукция была калиброванная, чистая, расфасованная, развешенная. Так вот, это хозяйство как раз удовлетворяет всем требованиям таких достаточно капризных сетей. Недавно компания заключила договор с фирмой «Белая дача» на поставку семян картофеля, а также салатов. Немало продуктов поступит и в магазины нашего региона. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново, Приволжский район.